Ну вот наша выставка на второй день. Открылись мы опять в надежде. Надежды, конечно, есть, но у людей денег нет. $100 это, конечно, для всех, большинства, оказывается, огромнейшие деньги. Вот уже ж. Но мы стараемся. Так, вот такая красота, посмотрите. Вот там мы вчера были. Это мы были вчера. Вот тут такие летают легенькие моторчики. Вот вся эта панорама. Наша выставочка. Ну, удачи, ребята, художники мои дорогие. Ну, что я могу сказать? Удачи нам всем.